процесс реализации тех или иных проектов и обещания самого депутата Народного собрания во многом зависит от того, в какой группе находится депутат в Народном собрании. Вот скажите, вы к какой группе относитесь? Потому что мы видим там разных, многих разных течений. А ваш оппонент Иван Георгиевич Баргуджил высказался, что вы принадлежите большинству. Вы сами как оцениваете свое местоположение? Ну, я как депутат был избран как независимый. Я являлся независимым и сейчас являюсь независимым. Я не входил и не вхожу в никакую фракцию. Не состоял и не состою по сегодняшнему дню в никаких партиях. Не собираюсь вступать в партию. Что касается высказываний, ну, Иван Георгиевича, или, там, к этому подключается не только ряд общественных организаций, но и ряд средств информации, которые, вот, мне кажется, манипулируют тем, что в Народном собрании имеется якобы некое большинство, оно называется, по-разному называют, представимое, то демократическое, то антинародное, по-разному. На сегодняшний день, если мы внимательно посмотрим на заседание Народного собрания, у нас нету политического большинства, у нас нету политических фракций на уровне... Сформированных нет. Даже не сформированных. У нас есть процедурное большинство, которое позволяет принимать большинством решения закона. Если мы посмотрим вот от сессии до сессии, это количество варьируется. То есть нет четкого вот количества депутатов, которое бы принимало бы однозначно все решения. То есть ряд законов принимается у нас и 20 голосами, есть законы, в том числе то, что мы предложили, было принято 28 голосами. То есть здесь я вижу манипуляцию в чем? Никакого у нас такого большинства нету. Просто ряд, получается, ну, так скажем, групп, наверное, или политически заинтересованных сторон, которые поднимают вопрос о том, что в Народном собрании имеется некое демократическое большинство, тогда, когда принимается закон или какое-то решение, которое не устраивает их. В остальных моментах мы этого не слышим и не видим. Поэтому я считаю, что это определенная манипуляция, которая, ну, преследует определенные политические цели, чтобы, ну, создать вот некий образ такой вот патриотическое большинство, непатриотическое большинство. Я думаю, что это, мы должны от этого отойти. У нас в Народном собрании депутаты от разных есть и партий, есть те, которые в бывших партиях состояли. Но я, например, каждого депутата воспринимаю как личность, я определяю его не по его политической принадлежности, а его моральные, личные, деловые качества. А то, какой партии принадлежит, это личное дело, или какого он вероисповедания, это личное дело каждого депутата.